Лучшая молодежная организация 2015 года воркаут-движение «13-й легион» продолжает принимать в свои ряды все больше молодых ребят. На данный момент в команде тренируется более 120 человек. И это не предел. В этом году одна из главных целей ее лидеров – увеличить команду до 200 легионеров. Начиная с нового года, в «Легионе» серьезные изменения. Из команды ушел один из лидеров и основателей движения уличного спорта Александр Водолацкий. Команду создавали 4 спортсмена, а через несколько лет возникли разногласия. По словам одного из организаторов движения Дмитрия Победивы, Александр разошелся во взглядах с единомышленниками. Изначально было 4 основателя, потом один уехал в Китай на обучение, и вот нас осталось трое. И Александр, возможно, не хотел, чтобы трое ребят, они как бы были во главе у одной команды. Как говорится, три солнца, они не могут одновременно светить, правильно? Сам Александр отказался комментировать происходящее, но прислал такое вот сообщение. Свою организацию создам, в этой сочли неэффективным. В этой команде я не могу работать, попробую другую, скоро вместе сработаемся. Судя по СМС, Александр собирает новую команду. Уже даже есть название стрит-воркаут-движения «Баскажол». В 13-м легионе считают, что создание второй команды пойдет только на пользу городу. Есть с кем соперничать. Если даже он создаст нам конкуренцию, это будет нам даже лучше. Потому что в конкуренции растет качество, правильно? Улучшится качество, будет больше ребят, которые будут вести здоровый образ жизни. Похоже, что очень скоро «Баскажол» заявит о себе с новым лидером. Добьется ли «Водолацкий» успеха, подобно «Легиону 13», покажет время.